Ароматный пышный бисквит с кокосовой стружкой можно испечь и в мультиварке, освобождая время для себя. Выпечка в этой технике получается не слишком румяной сверху, но очень пористой, рельефной. Кокосовый аромат будет витать по всей кухне в процессе выпекания такого лакомства. Если вы любите румяный бисквит, то подавайте его к столу, перевернув дном вверх на тарелке. Из такой основы можно приготовить вкусный торт или пирожное. Яйцо куриное – 3 штуки. Сахар – 1 столовый кон. Мука пшеничная – 1 столовый кон. Соль – 2 щепотки. Масло сливочное – 40 грамм. Кокосовая стружка – 3 столовые ложки. Количество порций – 4-6. Подготовьте указанные ингредиенты. Вбейте куриные яйца в чашу кухонного комбайна или миксера, всыпьте туда же сахар и соль. Взбейте все в течение 3-5 минут на самой высокой скорости техники. Когда яичная масса побелеет и увеличится в 3 раза, всыпьте в нее просеянную пшеничную муку. Вслед за мукой добавьте в емкость кокосовую стружку. Ванильный сахар и разрыхлитель добавлять не нужно. Аккуратно вмешайте сыпучие составляющие с помощью силиконовой лопатки. Смажьте форму сливочным маслом, заходя и на бортики. Выложите в форму бисквитное тесто, разровняйте поверхность. Активируйте на табло техники режим выпечка на 50 минут и закройте крышку техники. Займитесь своими делами. После звукового сигнала аккуратно приоткройте крышку техники и выпустите пар, извлеките чашу. Выложите кокосовый бисквит на тарелку и дайте остыть, либо подайте к столу горячим. Нарежьте при подаче порционными кусочками.